Всех приветствую, дорогие друзья. В общем, ребят, кто смотрел, кто не смотрел, в общем, кто не смотрел, посмотрите. Я снимал со Спейсменом интервью. Да, и в общем, там был вопросик, сколько Спейсмену лет. Ну что ж, второй вопрос. Сколько тебе лет? Можешь не отвечать, если тебе больше 50. Если тебе больше 50. Слушай, я так подумал, ну не знаю, если потом в комментах будут просить, я скажу, но сейчас я это говорить не буду. Ладно, ребят, пишите комментарии. В общем, там, и он просил, если типа там вот будут люди писать, а люди писали, то он расскажет. Так что давай, Спейсмен, рассказывай, давай. Все хотят этого узнать. Хорошо. Мне сейчас, не знаю, по-моему, мне 13. Ты тоже 13? 13. Тебе 13? Да, мне 13. Я сейчас немножко... Я думаю, тебе, как минимум 15. Слушай, когда мне было лет 9, мне сказали, что мне где-то лет 14. Ребят, кто в шоке, ребят, просто ставьте лайк. Я, если честно, в шоке. Типа, Спейсмен моего возраста, я вот прям реально действительно в шоке. Ну, не знаю, в этом году мне будет 14. Еще, кстати, интересный факт, Спейсмен тоже сейчас играет на телефоне. Я это очень рад, да, этому. Поэтому вот у меня такая вырвиглазная картинка. Заранее извиняюсь, я потому что в джунглях Вьетнама нахожусь. Под землей вот сейчас сижу, надо мной рвутся бомбы, а я вот сру, не это, видео записываю. Пошли, я надеюсь, зрители не умрут от качества моего видео. Да ладно, все мою серию смотрели, тоже посмотрю. Кстати, бежать-то можно или как? Ну, не знаю, как хочешь. Никто можно не... Можно пробежаться. Ну да, можно пробежаться, да. В общем... Я, кстати, почему тут света нету? Там свет есть, а тут света как-то мало. На компьютере это выглядело более интересно. Погоди, а чё? Почему у меня как-то с водой очень все странно? А вот... Ты в воду зашёл. А вот она у меня появилась, у меня просто её не было, ну ладно. Так, в общем, короче, что будем в этом уровне делать? Тут, как понимаю, будет не так интересно, как в третьем. Чтоб ты понимал, я ненавижу этот уровень. Ну, он настолько скучный или как? Я на его прохождение потратил больше часа. Ну, ты сейчас же с опытом... Ой, я устал, надо отдохнуть. Ну, сейчас ты же с опытом туда-сюда, должны быстро пройти. Слушай, там лабиринт настолько огромный. Так, возможно, мы в этой серии пройдем всего лишь один уровень. Ну, короче, блин, я не знаю. Что это за тарелка? Что? Это на телефонах есть такая фишка, которая тебя должна доставать, чтобы ты удалил свой телефон и скачал компьютер. Погоди, а что она тут делает? Как ее убрать? А, не знаю, подвигайся там, попрыгай, я не знаю. У меня такого никогда не было. А чё у меня прицел появился, алё? Ну, в смысле, прицел. Что? Чё? А, это я понял, что я достал. Это я достал фотоаппаратик. И у меня что-то с фонариком стало. Так, ты ладно. Просто приз. Допустим, все. Допустим, можно... Ну как, нельзя на это забить, но допустим, все, мы забьем. Поехали. Короче, смотри. Погнемо... Как повысить график у меня? Это бесит, это дичь. Так. Слушай, какая у меня графика? Не знаю. Как у тебя? Погоди, мануал у меня стоит. Что поставить? Да у меня тоже мануал стоит на максимальную полоску. А оно не меняется. А, максимальная полоска. Ну, давай тоже максимальную полоску поставлю. Может, что-то изменится. Не знаю, вот. Ну, вроде изменилось. Тарелка стала качественнее, но она не пропала. Можно куда-нибудь выкинуть? Уйди, пожалуйста, тарелка, отстань от меня, что я тебе сделал? О, она пропала? Не знаю, там... Прикинь, она пропала, нужно было просто попросить. Нифига себе, пошли проходить уровень. Я думаю, тут
Уф, а чё так, мы не упадём вообще тут? Не, это всего лишь хрупкое стекло. Хрупкое. Так, куда идём, влево-право? Так. Я не знаю, я не знаю, где выход находится. Иди за мной, давай не бегать, а то я, блин, запутаю сейчас, куда нам идти. Окей. Так, возможно, мы, кстати, вот сюда. Хочешь прикол, это выход. Ты где? А, всё. А. Выход за... нашли за 5 минут. А ты уже всё? Погоди, это весь уровень? Да, нам повезло. А это продолжение или это уже пятый? Это уже пятый, и тут уже опасно. Тут я тоже помню, где выход находится. Так, листок есть какой-то? Ой, что? Короче, смотри. Окей. Так. На этом уровне обитает одна опасная тварина под названием Сталкер. Это отсылочка на Сталкер, да? Не. Ну он же Сталкер. Сталкер это не только тот, кто на зоне сидит там вот в этой радиоактивной, но и тот, кто преследует людей. Так, это не очень приятно, слушай. Да, если он тебя убьет, он возьмет твой скин. Мой скин гопаря? Да, или мой, если он меня убьет. Так, а я возродиться-то смогу? Да, сможешь. Пошли тут. Он прям быстро бегает или как? Он движется так же, как и мы, только в отличие от нас, он не выдыхается. Боже, я случайно, конечно, свистнул, но надеюсь, ему пофиг. Он нет, он слышит. Блин. А чё это такое? А, ладно, пофиг. Так, погоди. А меня шипы могут ударить как-то, нет? Не, короче, он выглядит как белый игрок со светящимися глазами. А чё я сквозь стенки прохожу или что? А, нет, у меня просто не пригружается. Я... Так, это не я свищу. Будем спокойно идти. Боже, как-то у меня все странно. Максимально мы идем сквозь стенки. Роблокс не бань. Там это сейчас главное за спиной следить, чтобы этот чел не подкрался. Ну ты сам следи, это я как. Куда? Он иди туда. Он там. Так у меня тарелка. У меня тарелка еще появилась. Тихо. Тихо, стой, я сейчас гляну аккуратненько. Где он там? Ура, тарелка пропала. Короче, я увидел. Я за тобой? Короче, на телефоне есть такой баг. Я сейчас смотрю сквозь текстуры. То же самое у меня, слушай. Давай, короче, это оглядимся, где этот чел. У меня тарелка, боже, как играть с этой тарелкой, она меня бесит. Ну нет тарелки. Так, блин, кстати, возможно, это он свистит. Так, наша цель вообще какая? Генераторы включать или просто свалить? Наша цель найти фиолетовый портал. А нифига, боже, тарелка, я просто не знаю, что с тобой делал. Я сейчас хожу по земному небу, топчик. Так, блин. А, он сзади, он бежит за тобой. Бежать или что? Да. О, чё, я умер, как? А он тебя догнал. В смысле, а чё ты спокойно стоял, побежал и как, чё? А я не знаю, короче, нам конец, скорее всего. Почему? Если он сейчас за мной идет. Погоди, а я сейчас в самом начале появлюсь? Конечно. Хана, ты так далеко убежал. Это, кстати, хорошо, я его за собой увел. Так я не знаю, где ты. Да блин, я не туда нажал, я смеснул, блин, это плохо. Так тем лучше. Чем дальше ты от меня, тем дальше ты от него. Опять они мне звонят. Можно я это?
застрелить пойду. Ура, я нашел спейсмена, и меня сразу убили. А, это был... А, это был не ты, наверное. Это был не я, в закулисье оказался. Блин, я думал, это ты. Типа, ты еще стоишь на месте. Нет, этот клон не может брать в руки фонарик, а я все время с фонарем хожу. Капец, я думаю, ты просто стоишь, ты как раз там что-то стоишь, вроде что-то ничего не делаешь. Кругами ходим, вот эти просторы. Да чисто в теории мы ходим кругами. Понял. Это ты свистишь? Нет. И не я. Тогда это он. Так, блин, я вернулся обратно, откуда я пришел. Боже. Наверное, нам туда. Тут еще одна дыра. Не, вот возможно, чисто в теории, это тупик. Нет, это не тупик. Боже, почему настолько жесткий уровень? Боже, я еще в шипах застрял, ты вообще там как прошел, боже. Я на идях. Ты где? Я в шипах не могу пройти. А вот все прошел. Блин, мы прошли четвертый уровень, который сложнее, чем этот за 5 минут. Даже меньше. Да. Пятый уровень. У меня еще фонарик который... сломался, вообще кайф. Ура! Победа! Мы это сделали! Ну, Спейсмен сделал, ну все же мы сделали. Сделали. Пипец для тебя. Что? И для меня. Че? Вот пипец. Почему? Что? Сейчас придется Омега бежать. Я умер. Я хочу на нее посмотреть. Нельзя? Охереть! Потому что я сейчас могу, что у меня сейчас есть жизньки. Вот видишь меня, да? Вот как я бегу. Да, вижу. Боже, я не понимаю. Это такая жесткая игра? Я не знаю, просто разработчик сделал так, что этот монстр не проходит до конца и просто приходит через стену. Но я этим и воспользовался. Боже, такая имба имбейшая, в шоке. Закулись, имба. Да. О! Что? Как ты умер? Что? Не понял, монстр, походу, перехитрил меня. Давай там. О, нет, ты умер. А нет, что? Ты прошел! Он туда побежал, чекай. Это вот эта вот лазейка небольшая. Я вот туда жду, пока он дальше пойдет. Боже, ребят, ну тут нереально на телефоне пройти, как бы. Это прям вообще. Я вот понял, что реально, короче, погонишь монстры и просто идешь. В общем, дорогие друзья, что могу еще сказать? Могу заявить, что у Луни и Спейсмена самый тупо топовый контент, самый чистый. У такого вы еще ни у кого не увидели, я считаю. Вот прям, ну, кто такое делал? Кто? Вот он. Ну, я заметил, он не прям совсем быстрый, но просто, когда ты бежишь на телефоне, ты без конца застреваешь везде. Да, в этом вся и проблема.
То есть на ПК там такого нет, как бы. То есть можно спокойно от него бежать, потому что он еще не так, он вообще не быстрый, он просто спокойно идет. Так, я надеюсь, он меня опять не перехитрит. Надеюсь. Эй, да, я просто иду, я даже не бегу, чтобы у него не наткнуться случайно. Разработчики сделали так, что он это там не добегает до края и проходит сквозь стенку. Я подумал, что там к этой стенке прижался, он меня не задел. Все по-честному, это разработчики, это не я. Да, разработчики там. Вот так вот. Все, Roblox не банит. Да, ну если он забанит аккаунт, то это, ну, как бы забанит аккаунт. У нас тут ничего нет, мы на него не донатили. Я прошел всю эту игру несколько раз. Так, а, ну да, все тогда игры сохранены, это будет не очень. Угу. Погоди, по идее я должен сейчас пройти, потому что я сейчас могу воскреситься, по идее. Ну, все, у меня есть. Наверное, у нас по одной осталось, да, скорее всего? Наверное. Так что лучше после этого уровня опять перезайти, чтобы хп пополнить. Нет. Ты не будешь? Нет никаких монстров. А, ну тогда ладно, тогда хорошо. Так, тихо, тихо. Сейчас главное сделать так же, как и в прошлый раз. Давай. Боже, я угораю. Просто такой топовый контент только у нас. Да, вот где вы такое еще найдете? Вот нигде. О, что это такое? А, мы это бежим. Бежим, бежим. От этой большой-большой макаки. И что происходит? Мы просто нас ноги. Скорее с руки. О, а чё это? Ударились мы так сильно об дверь, что ли? Или что? Она там металлическая была, супер-мега. Так, мы где? Опа. Так, я встаю. Оглядываюсь. Этот уровень довольно математический. О, нет. Какие там знания нужны? Алгебры, геометрии? Мне нужна твоя память. Может, короче, просто в заметки будем записывать? Или я сейчас листочек принесу, просто будем записывать? Да, принеси листочек, а то у меня нету под рукой. Так, ребят, небольшие технические шоколадки. Сейчас приду. В общем, дорогие друзья, я принес, все сделал. Давайте теперь начинаем. Ты где? А вот ты. Короче, иди сюда, иди сюда, иди сюда. Давай. Сюда иди. Хаш, вот, короче, видишь, вот здесь вот есть вот такой камень. Ну да. Мне нужно, чтобы ты записывал цвет и количество. То есть один синий или два красных, например. Короче. Погоди, цифру один писать и слово синий, да? Один синий, один красный. Ну или, ну короче, скажешь мне потом количество и цвет. Окей, один синий написал. Окей, пошли. Окей, я пока что буду стоять у этого. А это что такое? Два красные или что? Какой? Ну вот, видишь, тут какая-то кнопочка есть или что это? Это лампочка. Нам тебе нужно посчитать такие вот мелкие камни, как там. А откуда ты знаешь, что это именно один? Может, это два камень? Это мне нужно количество камней и цвет. А смотри, тут сколько камней. Еще так. Что там, еще раз синий писать, типа, плюс еще один синий или как? Ну тут теперь уже два синих. Один фиолетовый и один желтый. Так, синий уже. Теперь уже два. Так. Желтый один. И фиолетовый. Фиолетовый. Ну теперь я понял, типа, как делать. По количеству, окей, я теперь понял. Типа найдем.
Так, в общем. Ну, интересно, слушай, это достаточно интересно. Вот тут еще, кстати, иди сюда. Так, вот тут еще один, запиши его. Ой-ой-ой-ой, что-то я куда-то разогнался. Так, еще плюс один зелененький. Надо записать. Так, один зеленый. Все, нет, ничего больше. Все, уже мы прошли, Настя, кайф. Не, я имею в виду, есть камни еще. А, не, пока не видно. Да, так. Один серый. Окей. Так, один серый. Боже, обожаю игру за кулисы. Такая она разнообразная, столько всего надо делать. Мы сегодня и побегали, и лабиринт прошли, и на шипы натыкали, сталкеров встретили. Очень все. Ну, слушай, опасно бегать, потому что реально можно сквозь стенки пройти, это вообще будет не по кайфу. Ну да, прикинь, я еще там где-нибудь застряну, вот круто будет. Да. Хотя ладно, ты мне-то пофиг, я прошел всю игру. Короче, ладно, наверное, больше камней нету. Теперь мне нужно... Сколько у нас красных? Так, красных у нас... У нас вообще красных, слушай, нету. А зеленых? Зеленый, один зеленый. Хорошо, один зеленый. Сколько у нас голубых? Ну, точнее, синих. Два синих. Два синих. Сколько у нас серых? Один, по-моему, да? Ну да, один. Сколько у нас желтых? Один. Сколько у нас фиолетовых? Один. Тоже один. А сколько у нас оранжевых? Мы не находили. Уберите-ка, пройди его. Окей. Он тебе. Ну, тут достаточно так легко. Тут как бы выбора нет просто. О, нет. А, нет. На самом деле. Достаточно тут легко. Да, тут есть пути, но тут просто через них пройти нельзя, так что... Нормально. Так. Я опять, кстати, сквозь текстуры смотрю. Что-то я как-то... А, нет, я могу пройти даже тут. Надеюсь, это не... Тебе нужно найти вентиляцию. Просто... Ты нашел вентиляцию? Нет. Тут, кстати, никого нет, каких-то монстров. О, я нашел какую-то коробку. Лестницу забежишь. Ну да. Забирай это. А как прыгать? А, все понял. Это выход или как? Далеко не выход. Так, ну я иду. Ой, о. Я сквозь стенку провалился. Ты видишь, как я иду? Ну, ты просто стоишь на месте, тебе присесть нужно. Окей. Так, все, иду. Так, все, можно идти спокойно. В телефоне, кстати, есть такой баг, то, что ты можешь, короче, бежать сидя. Ну-ка, надо проверить. Смотреть сквозь текстуры. Ну, бегать, насчет бегать, конечно, я не уверен, но ладно. Так, красные кнопки, они просто так? Это лампочки. Короче, я выбрался. Ура, а чё, мне не засчиталось? Нет, ну, я выбрался из вентиляции, это еще не конец. А, ну все, да, победа. Ура, я упал, найс. И сейчас мне нужна твоя помощь. Давай, опять что-то записывать? Нет. Короче, за мной иди. Окей. Так. Видишь эту? Сейчас где пролезть надо бы. Что? Видишь эту книгу? Ну да. Глаза какие-то. Открывай. Открывай ее, короче, листай страницу и там увидишь пароли. О, нет. Что за дичь? Тебе нужно их диктовать мне. Пароли. Все? По порядку, давай. Тебе как говорить? По одной или по две цифре? Окей, что ты готов? Да, готов. 1, 2, 4, 1. 2, 3, 1, 4, 1. Окей, 8, 9, 0. Подожди. Отсюда, куда вот так надо бензин? Да, подожди, я поставляю, не успеваю.
Я говорю 8-8-9-0. Окей, подошло, дальше. 3-4-1-2. 3-3-3. Слушай, что-то мне кажется, нужно начать сначала. Зачем? Ты чего? Мы уже только прочитали. Нет, а почему сначала-то? Потому что я просто пароль неправильно, короче, вводил. Точнее, неправильно проверял. Давай заново. Слушай, ты сейчас вообще, ты смеешься сейчас надо мной? Нет, я не смеюсь. Так, ладно, один. Можете по две цифры все-таки говорить. Да ты просто говори 1, 2, 3, 4. Окей, 1, 2, 4, 1. Нет, не подошло точно. 8, 8, 9, 0. Точно не подошло. 7-4-3-1. 7-4. Подошло. Понимаю. Чё, мне за тобой идти? Это же ещё не конец. Нет, это ещё не конец. Да блин, тупая лестница, я ненавижу. А как мне теперь от книги отойти? А всё. Так, и мне нужно теперь идти за тобой. Где ты? Я без понятия, слушай. Я вентиляции. Тут, кстати, фонарь летающий. Да так, сквозь текстурки там смотрю. Так, разработчики оставили лазейку на телефонах. Ура, мы прошли. Да. Ну как? Ну, возможно, ну такой. О, чё опять? Чё? Где мы? Чё? Чё происходит? Сейчас будет тяжело. Что ещё раз? Сейчас будет тяжело. Убегать опять? Нет, хуже. Что может быть хуже? А ты хочешь это узнать? Ну да, что делать-то? Искать выход в лабиринте с монстром. Мой тут монстр! Назад? Оу, но. И возродиться мы уже не сможем. Дайте-ка угадаю. Или можно? Короче, я сейчас хочу глянуть на монстра получше. Давай я за тобой посмотрю. Правда, я нифига не вижу. А почему? Очень важно. О, вот он. Это какой-то стикман, накачанный с красными глазами. Я думаю, на этом вторую серию можно закончить, а то она у меня уже длится больше часа. Ну, мы, получается, прошли сколько уровней? Четвертый, пятый, шестой, седьмой. Ну, 4 уровня. А это какой уже уровень? 9-й? Это 8-й. А, 8-й. Так, всего уровней 16. Да, всего 16. Ну, все, тогда думаю... Там еще вторая часть не за горами, мы помним. Да, надеюсь, там будет меньше багов. В общем, дорогие друзья, всем спасибо за просмотр, всем спасибо, кто смотрел этот ролик. В этом ролике вы узнали очень много полезного, да, вот, очень было круто. Мы очень много багов сделали, думаю, вы это оцените, что вот тоже Spaceman играл на телефоне, сказал, сколько ему лет. Естественно, я в шоке, что ему тоже 13, но окей, это жестко. В общем, дорогие друзья, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Еще увидимся.